Вітаю вас, шановні друзі. Як завжди, з вами авторська програма «Своя колія» з Альбертом Салтиковим. Ми з вами завжди будемо розмовляти з людьми, які пишуть власну історію життя. Ми не будемо казати про політику, ми не будемо казати, як вам жити. Ми будемо розмовляти про цінності людей, які живуть і йдуть по своїй колії. Світ не буде таким, яким ми його з вами звикли сприймати без таких людей. І за це їм велика вдячність і повага в авторській програмі. Ну, а сьогодні саме така людина в мене в гостях. Зустрічайте. Джига Микола Васильович – народний депутат попереднього скликання, генерал-полковник міліції, кандидат юридичних наук, голова Вінницької обласної державної адміністрації з 2010 по 26 листопада 2012 року. З 2000 по 2002 рік – перший заступник міністра внутрішніх справ України, перший заступник державного секретаря Міністерства внутрішніх справ України. Доброго дня, вітаю вас і доброго здоров'я. Добрий день, Альберт. Я завжди пишаюся, багато років ми один одного знаємо, і дай Бог, щоб так і було. І у вас, будемо так, своя колія настільки багата, і дуже багато є про що з вами порозмовляти. Но я вкратці, знаєте, коли прочитав, як ви починали свою діяльність, знаєте, аж якось так сподобалось і приємно. І учень Козятинського ПТУ-3, потім Столяр-Фастівське будівельне управління 145, потім армія, потім після армії електромонтер, да, зв'язку Фастівської дистанції, потім його південно-західна залізниця. Так, так. Потім курсант, і пішло ваше вже таке становлення вже в МВС, в структуру, яка дійсно дуже багато впливала на ситуацію, яка була, і на незалежність, і на порядність, і на те, що відбувалося все. Скажіть, будь ласка, що ви цінуєте в людях? Я думаю, що найбільш цінні речі в чоловіка – це висока порядочність, чоловічність і, скажімо, теплота в отношеннях. Ну, це як вихованість, будемо так казати, да? Є правда, є совість, є честь. Да, ну, честь, совість, правда, да, безусловно, це як свойство кожного чоловіка, по большому счету, а не кожного чоловіка, но в зависимости от того, як вони проявляються іноді, при яких обстоятельствах. Здесь, конечно, надо, чтобы была и воля, чтобы их проявить, когда положено, когда нужно. И вообще, конечно, тема очень философская и большая, и она касается человеческого характера. Но мы завжди повинні казати правду, як вона є. И я завжди кажу, знаете, що треба для щастя людині? Дуже мало. Просто бути самим собою, и все. Ну, я думаю, що для щастя треба все-таки бути здоровим, да, це теж немало означає. І для щастя, мабуть, треба, щоб і вокруг тебе були щасливі люди. Це дуже важливо. Це підтримка, це і радість, це наше життя, це воно так повинно і бути. І я не хочу чіпати не те, що у нас зараз відбувається, да? То, що політика у нас така, то, що розмовляють про все таке важливе, і нам кажуть, де, як і що нам робити. Ми з вами розмовляли перед ефіром, і дуже багато цікавого у вас є в вашому житті. І ми згадували про нашу академію, національну. Міністерство внутрішніх справ. І ви казали, що вона сама краща була і є, залишається, що в Радянському Союзі, коли ми були там разом, так, і вже 30 років вона така і є, і самі кращі вихователі, вчителі, ректори були і залишаються, так? Да, так склалося, що я вчився в Росії, в Саратові, потім в Москві. І туди доходили, так сказати, волни від... Що, де, хто? Так, да, ми читали бюлетені і так далі, тому подібне. Школа української міліції, скажімо так, да, вона була, вивчалася всім Радянським Союзом. Всім Совєтським Союзом звучалася.
Это была школа, где действительно был высокого уровня преподавательский профессорский состав. Я учился в Москве, заканчивал. И там мы изучали очень многие работы, которые здесь делались, в Киеве. И вообще на просторах Советского Союза украинская милиция в советские годы и после советских, и, наверное, может быть, и сейчас в некоторых направлениях, она является лучшей. Потому что была заложена очень хорошая база в свое время. И еще остались те преподаватели, остались те наставники, которые давали направление для правильной и хорошей организации по предупреждению и раскрытию преступлений. Як ви оцінюєте от це реформаторів, які приїхали до нас з Грузії, колись були у нас, да? Вони щось зробили нормально? Чи так вони побули, ну, покричали, знаете, побігали і виїхали? Я мало зв'язаний зараз. Для того, щоб дати якийсь аналіз, треба там знаходитися в процесі. То, що ви бачите, да, то, що я вижу, то є дуже багато положительних моментів. Але це не зв'язано з реформаторами. Вот скажем, сегодня раскрытие преступлений при помощи технических средств, видеокамер, других технических, так сказать, при помощи мобильной связи и так далее. И есть очень многие вещи, которые могли бы и никогда не могли бы быть раскрыты в те времена, которые сейчас раскрываются. Это город просматривается. Я так вижу, что во многих случаях полиция срабатывает очень хорошо, когда в одном конце города совершилось, скажем, разбойное нападение или какое-то другое тяжкое преступление, и уже в другом конце города задержали там водителя. Значит, здесь очень много хорошего есть. Но на что я бы хотел обратить внимание, просто это мои рекомендации. Сегодня надо было бы обратить внимание на экологию вообще. Я бы вот рекомендовал создать экологическую полицию, потому что, ну, ситуация с экологией сложная очень. Очень много загрязнений, полос, водоемов, лесных массивов. Все, полей. Что можно, то и да, я таким. И это не только полицейская задача, но она тоже полицейская может быть. Она вообще государственная задача. Надо было бы обратить внимание, потому что все ухудшилось в этом плане. Это здоровье людей. Это очень важно. Вот. Надо было бы, чтобы были вот такие... За транспортом смотреть. Киев уже несколько раз считается одним из самых грязных городов в мире, да. И так далее и тому подобное. Это все здоровье людей. Я бы вот это, на это обратил бы внимание. Ну, дивіться, ми з вами розмовляли перед ефіром і так згадували, що бувши Радянський Союз, як воно було, да, потім ми стали незалежною країною, але інститути влади залишились всі, які були при Радянському Союзі, адміністрація, Верховна Рада, Кабміни, все це залишилось, що воно не потрібно, стільки багато, і як були раніше, знаєте, як у смотрящих є авторитетні люди в кожному місті, да, воно зараз залишилось все, тільки приробило таке, як сказати, законний вигляд. І всього дуже багато. Ми якось на себе натягнули щось не те, да? Чи забагато. Чи... Я думаю, що в самому початку, в 91-му році, ми немножко, не ми, а от руководство страны тогдашнее, надо было концепции построения моделей государства немножко другую создавать. Скажем, дублирование, значит... Те, что было, и те, что должно да. стать. Ну вот скажем, в области или в районе. Есть районный совет, есть администрация президента. Это одна инстанция лишняя. Скорее всего, что лишняя администрация. Потому что все-таки Европа и мир, они идут к тому, что все должности должны быть выбранными. Избираться. Причем люди должны давать оценку и так далее. Потом, вот децентрализация, она началась, но она не закончилась. Она как-то, какая-то расплывчатая. Все-таки мэр города, который отвечает за тепло, там, за электроснабжение, ну, за все, короче говоря, он должен отвечать и за охрану общественного порядка, и за борьбу с преступностью. Я не говорю, что все передать ему, но вот часть функций, скажем, госавтоинспекция, по нынешнему там полиция уже,
патрульно-постовая, или, скажем, по делам несовершеннолетних, там, или, или какую-то другую, значит, такую, это отдать на места. Не должен министр или начальник национальной полиции, глава национальной полиции, отвечать за то, что там сделает, значит, участковый где-то там или, или милиционер там на месте. Это должны там на месте решать. Конечно, тяжкие преступления, следствия, там, борьба с организованной преступностью, это все должно быть, скажем, контролировано сверху. Централизованного уровня, да. А вот такие мелкие все, оно должно быть там. Ну, мы стараемся все под себя, значит, все контролировать. Это, наверное, неправильно. Посоздавали какую-то муниципальную варту там, но я не знаю, что она дает сейчас в этом плане. То есть есть много нюансов. Пришло время, когда администрации областной... Я был губернатором области. У меня вечные проблемы с этими самыми с советами. Потому что кто-то хочет себе быть главнее, понимаете, там. Значит, их надо упразднить. Есть городской совет, есть областной совет, есть исполком этого совета или президиум исполкома. Пусть руководит областью, нет вопросов. А тех сократить... Да, багато що треба зробити, і було б небажання, були б люди, які мали би це зробити, да, дай Бог, щоб вони з'явилися. Я хочу вас питати, якщо б ви прожили знову, заново життя своє, як би ви себе повели? Я, мабуть, прожив би от так, як я жив, я ні о чому, в принципі, не жалею, як я прожив. Но все равно, наверное, были бы какие-то ошибки, были бы просчеты, были бы... Но я, еще мама мне сказала... На помылках в чате. Да, сказала, что делай людям всегда добро. Ну, это главное, это да. Це... Да, и быть внимательным, быть... Понимаете, уберечься невозможно. Вот каким-то образом все равно в жизни подстерегают разные моменты. Хтось тебе підстави. Да, і, да. Ну, я би дійсно був би дуже внимательним і більш осторожним з окруженням, яке завжди було вокруг мене. Тому що, ну, займаючи високу должність, завжди є люди, які труться вокруг тебе і рішають. Вот, треба бути дуже осторожним при виборі ближстоящих. Це дуже вот гарна відповідь, я вам скажу. Це дуже важливо. Потому что меня, как и многих других людей, доверчивых, предавали. Я вам скажу своими словами. Знаете, я кажу, ты краще мати доброго ворога, чем хитрожопого друга. Совершенно правильно, да. Ошибки были у многих, но их тяжело исправить, потому что уже невозможно. И были у каждого человека, бывают ошибки, но были и взлеты, и падения, были звездные часы. Было все. Были, конечно, и печальные вещи, разные. Вот у каждого человека в жизни это бывает. И я думаю, что то, что моих коллег, которые были в Чернобыле, уже многих очень нет, и они получили соответствующую дозу. Вот я еще по сей день жил, слава Богу. Вот поэтому и есть счастье. Ви згадали про Чорнобиль, в цьому році ще 35 років, да, це велика дата, і мало хто звертає на це увагу. І ви там були в самому-самому, і знаєте, як там воно все відбувалося, і як реактор цей охолоджувався, що там вийшло, і як там люди були, щоб про них забули взагалі. І так, знаєте, якісь подачки інколи даємо. От. Да, а друзі завжди все життя підтримують, наскільки я знаю. І що ви можете так вкратці? Вспоминаємо один раз 26 апреля. Ну, 35 років, да. Да. Ми достатньо великий отрізок часу. Значить, я пам'ятаю, от як це все було. В 2 часа ночі я вже біжав із дому на роботу, позвонили, тому що щось произошло. Ми ще не розуміли, що случилось. Когда я начал звонить первому секретарю, вот там представитель полком, пресс-секретарь говорит, да, то учение, то даже действие, там это все такое отношение было какое-то. Мы три дня райком партии убеждал, что что-то серьезное очень, потому что закрыто все было информация. А Вышгород, я был начальником милиции в Вышгороде. А кем же закрыто, если вы были? Не, ну, информации не было первоначально. Да? Изначально, да. Первые три дня
об этом никто ничего нигде не передавал, разбирались. Вышгород – это дорога на Чернобыль. Угу. Вот. Тогда севернее идет Иванковский район и сразу Чернобыльский. Припять. Наш райотдел прибыл третьим. 5 часов утра, автобус, 60 человек уехали туда. Надо было, не надо. Конечно, никто не понимал, что происходит. Но даже дело не в этом. Дело в том, что есть ряд людей, которые жизнь отдали за то, чтобы там не произошла более страшная катастрофа. Речь идет о том, что в резервуаре под реактором была вода. И активная масса, которая работала уран, да, она прожигала эту бетонную плиту, и через некоторое время должно быть соединение с водой. Это был бы сумасшедший взрыв. Так как описывают ученые, это была бы катастрофа. Я представляю. Да, даже до Киева, может быть. И вот шахтеры, мы сегодня должны отдать дань чести и уважения донецким шахтерам, перед которыми была поставлена задача прокопать тоннель. Они это сделали. И при помощи и белоцерковские пожарники потом, впоследствии, выкачали эту воду оттуда. И потом, когда уже прожгло вот это вот, значит, активная масса упала, уже не было воды и не было взрыва. Это один момент. И второй момент. Есть такой газета «Киевская правда», областная газета. В 86-м году написала большой очерк о фамилии Лилюченко. Это был инженер смены, который проник во время взрыва туда, куда же нельзя было зайти, и значит, перекрыл подачу кислорода из какого-то резервуара, там, в общем, технический вопрос, что не позволило сделать взрыв еще более мощнее. Он, конечно, погиб, этот парень. Вот, это была большая... Просто о них никто не знает. Есть пожарники, там есть ребята. Но я вам скажу еще, что мы встречаемся вот каждый год, работники милиции. Очень многих уже нет в живых. Очень многих. Ну, и зараз така ситуація в світі, да? Кожен день все краще і краще, як кажуть. І, знаєте, ми не дивуємося тому, що люди, які віддають частину себе чи всього себе, да, на захист країни, людей, да, світу, про них мало хто каже, мало хто їм пишається, мало хто їх робить героями України. Да? У нас якось так, хто працює, той, як завжди, нічого якось не получає. Да. Да. А той, хто якось піариться, бігає там, стрибає, той має все, і той такий популярний. І завжди я кажу, що люди, знаєте, відомі, вони постійні, тому що вони роблять свою справу своїм руками. А популярні люди – це тимчасово, як і зірки тимчасові. Воно сьогодні є, завтра його немає. Так воно все проходить, проходить, проходить. З друзями часто виходить. Зустрічі, баньку, шашлик, гітару. Шашлик – це вже прошле. Мені коли спрашивають на ефірі, чому ви водку не п'єте? От на одному ефірі. Я говорю, я все, що можна було випив в міліції. Ну, таке. Я, чесно говоря, так воно так і є. Як я попав в міліцію, хочу вам сказати. От мене просто забрали туди, розумієте, в цю міліцію. Ну, куди не пійдеш устраиватися, везде п'янки. Я работал даже с дорогой, ну, в хорошей организации, да. Ну, вечером водители приезжают, я стол накрыл. Ну, человек я характер мягкий, ну, по молодости, ну, не мог отказываться. Это каждый день. Это повага. Повага. Да ты не пьешь. Да, это здоровье. Как говорил Михаил Михайлович, да кто я такой, чтобы не пить? Вот. Ты не пьешь. Ну, бывает там, это, значит, одна, другая. И вот это каждый день. Думаю, ну, надо... Я себе прихожу в себя уже с похмелья. Думаю, надо кончать с этим вопросом. Куда же двигаться? Думаю, пойду в милицию. Там точно не пьют. Порядок. По крайней мере, когда я учился в академиях, и везде там не пили. Но когда я пришел на работу, на второй день дежурный Григорий Иванович Матюшенко, Макаров, говорит, лейтенант, зайди сюда. Я захожу. Он наливает мне стакан самогонки. Граненый. В 10 утра. Я говорю, вы что, ненормальные здесь? Он говорит, ты что, ты хочешь работать здесь или нет?
как это так? Короче говоря, я еще долго там сопротивлялся, но все-таки оно втягивается. И потом, я думаю, уже, ну, в общем, ну, белая ворона, вы понимаете? Ну, короче говоря, выкручивался как мог, но уйти было невозможно. И таким образом, а на високих уровнях, там же... Шостой ранку взагалі. Там же посолидні напитки, там не самогон, понимаете, там же другое что-то. Вот, то же самое. То есть, это было так традиционно вкоренившееся в нашем сознании. Мы тогда еще и не понимали, по молодости здоровье было. Вот, не понимали, что плохо. Вот. Хотя это, может, и неплохо, не знаю. Но мы и работали, хочу вам сказать. Сутками не было выходных, не было праздников, не было ничего. Это работа была постоянно, да. Хай би так було. Це добре, і завжди треба людиною залишатися і оцінювати ситуацію, де ми живемо, як, з чим, з ким ми живемо. Це нормально. Офіцерів бувших не буває, як завжди кажемо. Да? І ну, це нелегкий такий шлях, такий своя колія, де постійно треба бути самим собою. І з нами завжди є честь, це вона не продається, як кажуть, і не купуєш її ніде, якщо є в тебе якась така жилка офіцерська. Ви так все життя живете, це ж нелегко, да? Чи ви вже так звикли? Життя – це взагалі боротьба, по большому счету. Можна по-разному жити. Можна просто жити спокійно, скатитися і нічого. Да, і ти, як куди всі йдуть, туди йдеш. Да. Так і в селі. От в сільській місцевості ребята, які пооставались, так п'янка кожен вечір, там самогонка, там туди-сюди, значить, встретіка. Майбутнього немає. Життя – це, прежде всего, робота над собою. Прежде всего, надо работать каждый день, что-то надо читать, заниматься, чем-то заниматься, иметь дело. Я вот сейчас бы, конечно, уже мог бы и отдыхать, но я хожу, у меня юридическая практика, я хожу, читаю законодательство, читаю очень много разного, всякого, общаюсь с людьми, потому что если только это перестанешь, вот, хожу, я играю в теннис, вот, плаваю. У нас был очень интересный человек, украинский физик. Это я играю на кортах комплекса «Наука» на Киеве, на Вернадском. Был такой Черепин Валентин Тихонович. Он дожил до 90 лет. Украинский физик, ученый. Так он говорил, что теннис – это все равно, что политика. Это сочетание внешнего благородства с внутренней подлостью. Ну что, да. Каждый человек хочет выиграть. Но теннис – это как бы такая игра, да, где там действительно интеллигентная, там вот принимаешь решения очень быстрые и очень все, так сказать, с улыбкой надо все делать, но у каждого есть желание выиграть. А выиграть – это как? Обмануть. Туда направить мяч, туда направить мяч, понимаете? Как и в политике. Ви ж були причепні багатьом розслідуванням таким резонансним, як от і у нас останній час, там і Бузіна, і Шеремета. Ви були причепні і Кравченка покійний, і Гамгадзе. Я розумію, що мало від нас що залежить, да, все там як структура була, керівництво таке було. Чи так воно все було замазане, що воно ніколи не буде розслідувано? Чи що воно відбувалося взагалі? Понимаете, тема вот таких громких, резонансних, она, много о ней написано, много сказано, много расследовано тому уголовных дел и так далее. Я единственное, что хочу сказать, что это дело имеет две части. Само исчезновение журналиста и запись, так называемая запись в кабинете президента. Мельниченко, да? Да. По тем временам, когда это все произошло, это был 2000 год, как-то так действительно в стране исчезает много людей, как-то уходят, там их разыскивают, потом они появляются где-то. Многие люди так вот уезжают, никому не сказал. Розыск их осуществляется. Вот. Но есть и такие, которые не находятся. Никто изначально, когда мне Кравченко сказал, ты давай там позанимайся, это не моя тема совершенно была. Я занимался совершенно другими направлениями. Это тема криминального блока. Ну, почему-то на меня, значит, давай.
Я этому не уделял особого внимания, потому что там заслушаю, соберу группу, что там занимались. Занимались, там большая группа была. Занимались многие люди раскрытием этого, розыском, вернее, самого Георгия. Вот. И я там уехал к себе там, потому что у меня офис был в другом конце города, на Богоутовской убок находился. Я там занимался конкретными делами, которые надо заниматься, функциональными обязанностями. Но когда возник вот кассетный скандал, да, и мы начали глубоко уже дальше разбираться, что это непростая, так сказать, ситуация, то мы поняли, что это комбинация. Это, гра была дуже красива. Да, это комбинация. Это была комбинация, разыгранная частью наших политиков, которые, собственно говоря, даже сам Мельниченко в многих интервью говорил, что мы готовили государственный переворот. Есть, это же открытые источники, можно посмотреть. Ну, у нас в Украине нормально. Да, мы готовили государственный переворот. И называют политику, с кем готовили. Я не хочу эти фамилии называть. Надо. Здесь. Да. Вот. Я думаю, что касается голоса президента, это был монтаж. Потому что запись, мы проводили следственные эксперименты, воспроизведение обстановки, обстоятельств, события. Это никакого там из-под дивана записи было сделать невозможно. Никаким устройством. Это был монтаж. Смонтировали. По сей день нормального заключения нет. Вот. Это просто использует это все, как это было направлено против президента, законно избранного, так и против государственного устройства или курса Украины, скажем тогда. Скажите, будь ласка, у вас есть какие-то дома питомцы? Собака. Собака, да? Да, собака, и там еще есть коты. Вот, но они, правда, такие во дворе живут, и собака во дворе живет. Я же живу, я сельский человек, понимаете? Ну да. Я живу в хате. Где народилась, ну, не в такой хате, там, знаете, так хатинка. Обычная сельская хата такая там. Я живу с людьми в селе, на обычной улице, с соседями. Никаких заборов там особенных, ничего абсолютно нет. Вот. Побудував собі хату со сруба на 600 квадратних метрів. Да? 600, там, набагато менше. Вот, но я живу в селе. Я хочу, чтобы слышать, как петухи поют, как собаки лают, как лягушки. Нет, це завжди приємно. Хтось включає музику таку, знаєте, хто в квартирах там мешкає. Да. А тут все живе таке натуральне. А з друзями, коли зустрічаєтесь, ви про що балакаєте? Згадують. У нас команда, я з друзями, ну, друзья, понимаете, друзья у меня как бы, ну, редко встречаемся. Несколько таких друзей у меня есть, вот. Но тем не меньше, вы же про политику не бывает много. Не балакаете? Я стараюсь политику обходить подальше. Как завжди про жену. Да. Ну, уже ушедшим времени, конечно. Да. Ну. Я кажу, а поговорить? Поговорить, да. Бывает и выпьем чуть-чуть, но я это очень редко делаю. Вот. Ну, я когда-то зашел к одному доктору, он сидит, курит. Я говорю, доктор, вы что, курите? Он говорит, я не только курю, я и пью, говорит, понимаете? Вот, это мой лечащий врач там один. Вот. Так что бывает всякое, но очень редко. С друзьями, да. У меня в основном друзья это на теннисе, потому что я два раза в неделю. И там потом идем, как вы говорите, в баню, да, бывает, в баню, да, вот с этими самыми... С виниками? Учеными, и с виниками тоже, с учеными Академии наук. Я люблю этих людей за ихнюю научную закалку, понимаете, или, так сказать, ну, если так говорить, потому что это люди старой формации, это люди, которые, ну, были когда-то... Цінують, ну, життя, і, люблять життя. Да, люблять по-справжньому, життя. Як воно повинно бути. Да, і вони преданні науці. Вони преданні, вони по сей день ще працюють і займаються. Вот, поэтому я... Комплекс наука для мене... Комплекс називається наука. Академія наук, вот спортивний. Там, це моє
самое лучшее место для отдыха. Я уже, наверное, работал бы на более мирной профессии, потому что, ну, честно говоря, я где-то себя готовил. От сумы и от чумы зарекаться не треба, я вам скажу. Я больше себя готовил к медицине, вот в чем-то мне нравится, вот где-то оказывать помощь, лечить как-то вот это. Вот это я, вот одна из самых почитаемых, я скажу, нужных профессий в мире. Может быть, туда пошел бы, подался бы. Вот. Ну, вот так судьба забросила в эту милицию, понимаете. А потом же этот парламент, это пришлось в области поработать и так далее. Вот. В любом случае, надо проходить ступени. Вертикальный взлет очень опасно кончается. И приходят люди некомпетентные. Я очень много наблюдаю сейчас за многими вот депутатами, в том числе и руководителями, что государство – это не игрушка. Это обязанность, обязательства перед населением очень большие, громаднейшие. Вот, это ответственность. Это, как вам сказать, компетентность и разновекторная направленность деятельности разных ведомств. Это все нужно. И, конечно, надо, если мы уже избрали европейский путь, да, думаю, это правильный путь, то надо избирать не просто туда, а надо избрать, как здесь сделать так, чтобы было так, как там. Тогда Европа сама на нас обратит внимание и придут. Это прежде всего, конечно, рабочие места, это экология, это культура чиновников, до которых по сей день зайдешь, он набундючен и сидит такой, что, понимаешь, к нему не подойдешь, не знаешь, какой стороны, потому что он понимает, что ему от него что-то там требуется. Хотя много сделано, конечно, нет вопросов. Так головне, щоб вони це розуміли, хто керує нами. Я думаю, що може вони і розуміють, може щось не виходить, може якось там, знаєте, хтось не дає щось робити. Но головне, щоб вони розуміли, що живемо один раз. І треба так якось красиво прожити і достойно. І дай Бог, щоб воно так відбулося. І куди хочеш, щоб ми і в Європу, і саме краща країна, багата і красива. І я не знаю, що треба для щастя, будемо так казати, щоб бути щасливим. Як би там не було, знаєте, коли завжди збираємось з друзями, і ми ж згадуємо багато чого. І в прошлому ефірі були тут ваші друзі Данілець, Моїсеєнко, Володимир, да, і співала тут пісню. Великолепні ребята. Вітання вам велике, обнімають вас. І так просилось, щоб я передав вам. Кому не мішають, слушайте, їх люблять, їх уважають, да, розумієте, вони відкриті, вони теплі, такі ребята, знаєте, доброжелательні, абсолютно. Вони професійні. Чого? Вот там, значит, какие-то претензии. Ну, так они не политики. Они абсолютно к политике не имеют никакого отношения. Они сеют добро, они создают людям настроение. Вот. И вообще, это безотказные пацаны. Вы как до Высоцкого относитесь? Высоцкий, ну что? С Высоцким мы в армию шли с его песнями. Мы в армии везде. Мне же в армии пришлось быть на учениях «Северная 12». Вот, 70-й год на китайской границе. В 69-м году, когда был конфликт. Вот. Таким поездом ехали через всю советскую страну, да, в этих вагонах теплушках. Только Высоцкого и пели все. Круто было. Да. Круто. Я пам'ятаю, ми теж їхали з Харкова на Нагорний Карабах, теж там вагон такий металевий був. Жара така, да. 40-50 десь градусів, і ми їдемо в цій вагоні. Не, це було щось таке, знаєте, романтики, да. Круто було. Ну, я хочу теж, знаєте, заспівати пісню, як зібралася вже так. І підсумуючи такі наші питання і розповідь, і згадували багато що, і розповідали. Хочу заспівати вам теж. Будь ласка, своє задоволення. Крик
журавли мне сердце растревожил. Они летят над памятью моей. Все больше тех, кто дальше и моложе, все меньше тех, кто ближе и родней. А мы с тобой то плакали, то пели, смотрели вдаль и верили в судьбу. Пусть небеса немного посидели, но я еще для вас, друзья, спою. Пройдут года, пройдут года, вновь расцветет в саду калина, напоминая нам всегда, что жизнь сыта и так красива. Пройдут года, пройдут года, вновь расцветет в саду калина, напоминая нам всегда, что жизнь светла и так красива. Горят в огне печали и надежды, летит листва в холодное тепло, а мы с тобой такие же, как прежде, и все, что было в жизни, не прошло. Моя душа, как паутинка, рвется в далекий край, где птичий крик затих. Я рад за тех, кто журавли дождется, и жаль мне тех, кто не дождется их. Пройдут года, пройдут года, вновь расцветет в саду калина, напоминая нам всегда, что жизнь светла и так красива. Пройдут года, пройдут года, вновь расцветет в саду калина, напоминая нам всегда, что жизнь светла и так красива. Вот так. Замечательные это слова. Исполнение. Спасибо. Дякую, дякую щиро. Ну, десь так ми завжди, дай Бог, щоб і співали, і да, була у нас, да, і час був у нас для зустрічі. І як би там не було, що б ви ще хотіли від життя? Ну, звісно, жити. Ну, так, да, багато еліта, так. Смисл життя в самій житті. Да, ну, хочеться прожити ще певне кількість років, щоб, так сказати, дітей там, і внуку, і прочее, прочее. Ну і дождатися, коли страна стане вже саме головне. Знаєте, коли ми будемо розуміти, що ми на тому достигли того моменту, коли за що боролись наші вот всі ті, хто і життя зараз віддає там, розумієте, і так далі. И, может быть, даже в некоторой части, потому что у нас очень много есть честных политиков, я же не говорю, что у нас все политики, знаете, вот такие. Есть люди, которые ждут улучшения жизни, ждут улучшения стандартов обслуживания, преобразования во многих сферах, скажем. Но я скажу, они не чекают, как и вы, как и я, не чекаем, мы что-то делаем для того, ну, да, чтобы оно было більш-менш хоч якось, знаєте, для людей, да, зрозуміло. Да. Дай Бог, я хотів би, щоб ви побажали на кінець вже нашої розмови на сьогодні, що ви хочете побажати людям, хто нас дивиться, друзям, всій країні? Я би хотів своїм соотечественникам, гражданам пожелать терпения и друг другу терпения. И хотел бы пожелать, чтобы страна была такой, которая могла бы и защитить, и помочь, и дать стандарты, по которым можно было бы более-менее нормально жить. Дай Бог, чтобы оно так было. Я, підсумовуючи нашу розмову, хочу вам сказати щиро дякую. Вам бажаю міцного вашій родині, да, і дітям, і внукам, і друзям вашим, і нашим, всім і всім в Україні людям. Здоров'я, здоров'я, здоров'я. Це саме головне.
все попереду у нас найкраще. Я дякую, хто нас дивиться, і дійсно, що я радію від того, що до мене в гості приходять люди, які, прокладаючи свою колію в житті, завжди залишаються людьми. Це саме головне. І цікаві розмови, вони завжди відверті і справжні. Я, де кожне слово має правду, а люди мають честь і силу, і совість. Дякую всім і кажу вам до побачення, до нових зустрічей.